У Мидаса был помощник. Да он вообще лютый, этот чувак. Его надо было давно пристрелить, он ничего не привезет. Кое-кто едет за вами. Это шакал. Делик, как звали? Пять собрай! Где золото, Артур? Я зайду на золото и отправлю всех вас к Мидасу. Не дохнешь ты, сука. Мидас, брат, от окошка отойди. Маугли, ты умираешь. Пожалуйста, не надо, Майк, пожалуйста, не надо, нет. Прости, мой хороший. Миром правят не бабки, а знаки. Куда едем? Маугли. Домой едем. Ты его не убивай. Я хочу поприсутствовать. Артур, тебе дед рассказывал сказку? Жил да был один мальчик. И у него не было родителей. И вот однажды он пошел в темный лес. Только дед не успел тебе до конца рассказать эту сказку.